Есть такая замечательная поговорка. Сейчас пока я микрофон устанавливаю. Не было у бабы забот, купила баба порося. Вот в моем случае это звучит как не было у бабы забот, намазала баба губы яркой помадой. И вот не люблю я, ну как, люблю, потому что это красиво, и не люблю, потому что постоянно как-то я так разговариваю, что у меня вся помада оказывается на зубах. Поэтому я сегодня зеркало буду сидеть и через каждые 5 минут заглядывать себе в рот, на зубы, чтобы... Ну, хочется красиво, хочется как бы, чтобы губы были вау, чтобы было все ярко, осень все-таки. Ну да, мы что-то не с того начали. У нас сегодня с вами коробочка красоты, лимитированная анти-эйдж. Бокс. Для тех, кого достали и бесит эти сэмплинговые сервисы, я советую вам закрыть это видео и дождаться какого-нибудь новенького, но не забыть нажать на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о новых роликах. Александр Роликов. О новых роликах у меня с окончаниями, кстати, иногда беда, когда я быстро разговариваю. А те, кто еще пока не остыли к сэмплинговым сервисам, давайте с вами будем смотреть, будем с вами вместе бомбить или не будем бомбить. Уж я не знаю, чем закончится сегодняшний ролик. Но я не могла пройти мимо анти-эйдж, потому что, как бы, ну, анти-эйдж, давайте будем смотреть правде в глаза. Волос седых, полная голова и, как бы, морщины. Я купила эту коробочку за свои кровью и потом заработанные деньги, потому что я сейчас пересматриваю маленько свой уход, и я очень много продуктов покупала и покупаю, продолжаю покупать в полноразмерных объемах, которые мне попадались именно в каких-то сэмплинговых коробочках. И я считаю, что ну, кто бы что ни говорил, кто бы как скептически не относился, надоели, не надоели, у меня отношение такое. Я их покупаю, ну вот где-то находит на меня, где-то может быть раз в год. Единственное, что Beauty Box мне сами присылают коробочки, поэтому их я показываю чаще. Вот, покупаю где-то раз в год, чтобы посмотреть, как, чего повыходило новенького и присмотреться, вдруг что-то мне подойдет. И в Anti-Age коробочке я тоже, конечно же, надеялась встретить какие-то продукты, которые я потом смогу купить в перспективе полноразмере. Здесь у нас попадается брошюрка, я не буду листать, перелистывать, показывать, я думаю, что это никому интересно, гораздо интереснее, что лежит внутри. И первое, что нам с вами попадается, это вот такая масочка, я не уверена, что произношу правильно название марки, но я назову ее Лирак. Если неправильно, поправьте меня в комментариях. Итак, премиум маска, бесконечно нежная, с удвоенным содержанием гиалуроновой кислоты. Мне вот интересно, удвоенное содержание по сравнению с чем? Что брали товарищи за основу, когда писали этот текст? Микропигменты сублимирующие, интенсивное разлаживающее действие, восстановление упругости кожи, бла-бла-бла. Она смываемая. 75 мл этой замечательнейшей премиум маски обойдется вам в 4500 рублей. Для тех, кто не является женой олигарха, как я, например, вот нам 10 мл. Пользуйтесь с удовольствием. Я считаю, что 10 мл объем достаточно хороший, потому что я ненавижу сашетки. Зачем они нужны? Что можно понять по одной сашетке, если это, допустим, не маска для волос какая-нибудь? Вот маска для волос это еще допустимо, а всякие ухаживающие продукты для лица в сашетках, мне кажется, что это какое-то оскорбление покупателя. 10 мл самое то. Я знакома с маркой Лирак, потому что мне в какой-то коробочке красоты давным-давно попадался их крем такой в красной баночке, потрясный, он еще был в полноразмере, и я его измазала прям вот прям, знаете, остатки вот прям практически ватной палочкой выковыривала оттуда. Классный, очень, по ощущениям, силиконистый, но мне очень понравился по действию, он для меня похож на таймфиллер от Филорга, и когда он у меня закончился, я не стала его покупать в полноразмере, потому что закупилась Филоргой. Вот, поэтому с удовольствием попробую эту масочку. Мне очень нравится, кстати, ее оформление. 10 мл, ну нормально. Вот как раз у нас идет сашеточка. Марка называется... я подпишу название внизу. Хоть эти французы, ну зачем вы так называетесь, что я не могу... Сижу тут и позорюсь, я не могу вас никак... произнести. Ага, здесь написано, что в коробочке может попасться одно из трех ухаживающих средств. И у меня попался коллаген эксперт. Давайте посмотрим,
Что это? Ага, это коллагеновые компрессы. По ощущениям, здесь прям крем-крем. Ну, ладно. Коллагеновые компрессы для ухода за кожей вокруг глаз, увлажняющий, разглаживающий и уменьшающий отечность уход. Уменьшает проявление первых признаков старения, устраняет отеки. Здесь у нас такая малюточка, и здесь написано, что 2 патча. Объем не написан, сколько миллилитров, но по поводу цены написано 15 миллилитров 442 рубля. Сколько тут миллилитров, ну, кто бы знал. Следующие два продукта, которые для меня были больше разочарованием, нежели каким-то приятным открытием в составе, это Ивраше. Ой, марка Ивраше. 100 лет назад пыталась подружиться, пыталась покупать что-то из ухода, но марка не моя. И кроме подкожников, воспаления, она мне ничего на лице не вызывала. Единственное, что я люблю, это их гели для душа. К сожалению, это все. Да, первое, у нас тут попадается эссенция, по-моему. Или вот это ли эссенция? Вот это зелененько написано эликсир. Да, вот это эссенция, 30 миллилитров, 1199 рублей. Здесь 5 миллилитров. Ну, ладно, 5 миллилитров тоже нормальный объем. Ноль минералов, силиконов, парабенов, кожа дышит, следы усталости устранены, сияние, восстановление. Через 1 месяц мне пообещали, что морщины мои сократятся, а структура кожи будет более гладкая и упругая. Конечно же, эти замечательные 5 мл мне в этом помогут. Убираем. Дальше, еще из этой же линейки, по-моему, это ночной уход маска. Ну ладно, ночных масок я-то в Роше не пробовала. Я очень надеюсь, что кожа сейчас у меня, поскольку немного перестроилась и более хорошо себя чувствует, хотя тьфу-тьфу-тьфу, я так боюсь всегда говорить в роликах, что у меня улучшилась кожа, потому что, блин, вот сама себя боюсь глазить. Ну да ладно, главное не верить в это все, забыли. Так, ночной уход маска, 50 мл стоит 1279 рублей, здесь 7 мл. Ну пожадничали, могли бы хотя бы пятнашку налить. Так, обогащенный концентрированным экстрактом Афлои. Ночной уход маска. Растительная косметика, усталость, стресс, загрязнение окружающей среды. Тут просто очень большое описание. Я вам читаю просто самые такие важные слова. Морщины сокращаются в 95% случаев. Я почему-то думаю, что я попаду в те 5%, у которых морщины не сократятся. Ладно. Из разочарований, по-моему, все. Дальше. Миниатюрка от Herborian. Я очень уважаю эту марку и очень хочу у них чего-нибудь купить в полном объеме, но я пропустила черную пятницу в этой марке, поэтому буду ждать до следующего года. Женьшень, восстанавливающий уход за кожей вокруг глаз. Полный объем в 15 мл обойдется мне в 3750 рублей. Здесь 3 мл. Но почему не 5? Ну, мало льете, товарищи. Женьшень. Очень хорошо отношусь к женьшеню в антивозрастной косметике. Активно борется с признаками старения на нежной коже вокруг глаз. Темные круги убирает, отечность убирает, эффект лифтинга. Вот это мне нравится. Имбирь, гинко, белоба. Так, венозный застой устраняет, говорят. Дренаж, противовоспалительное действие. Хотя зачем нужно противовоспалительное действие на коже под глазами? Ну, хорошо. Ладно. Ну, вот так вот, да, 3 мл. Ну, ладно, под глаза 3 мл. Хорошо, сносно. Не буду сильно ворчать. Следующая, Сифора. Она же Сифора. Кто как хочет, тот так и называет. Я буду называть Сифора. Сразу скажу плюс. Этот крем объемом 15 мл. И это очень даже хорошо. Антивозрастной крем. 1390-50 мл. Поскольку он не такой дорогой в полном объеме, то они решили, ладно, нальем, в общем, пятнашку им, нормально, не сильно разоримся. Антивозрастной комплексного действия крем стимулирует выработку коллагена, цвет становится лица более свежим, а кожа мягкой и разглаженной. Коротко и по делу, наносить на очищенную кожу лица и шеи по утрам. Обязательно попробую. Спасибо большое. Что же у меня сегодня это все падает? Спасибо большое, что налили 15 мл. Идем дальше.
марка Авен. У меня не очень хорошо складываются отношения с маркой Авен. Все миниатюрки, которые мне когда-либо попадались, не произвели на меня какого-то вау-впечатления. 2300 рублей, 30 мл. Это омолаживающая сыворотка против морщин для всех типов кожи. И здесь 3 жмотских миллилитра. В общем, омолаживающая сыворотка против морщин. Все, что тут говорить? Что тут говорить? Очень большое описание, лень читать. Поэтому просто омолаживающая сыворотка. Ну, давайте хоть ее откроем и посмотрим на этого малыша. Малыш, почему ты такой малыш? Всего лишь 3 миллилитра тебе. Ну, ладно, попробую. Дальше у нас идет марка Клоран. И это шампунь против потери цвета с экстрактом граната. 752 рубля за 200 миллилитров. Здесь у нас 30 миллилитров. Отлично, заброшу с собой в какую-нибудь отпускную косметичку. Я, если честно, не очень понимаю, что делает шампунь в антиэйдж-коробочке. Но спасибо хотя бы, что это не какой-нибудь гель для интимной гигиены. Или зубная паста, как, знаете, сейчас часто сэмплинговые сервисы делают так, да, кладут зубную пасту, например, или крем от зуда в интимных местах. Ну, вообще, распоясались. Очищающая пенка для лица, божественный Immortelle от L'Occitane. 125 мл стоит 3990 рублей. Боже мой, 4000 за 125 мл пенки для лица. Я не знаю, ты должна творить чудеса. Здесь 5 мл. Вы знаете, пока я не стала читать описание, я до последнего надеялась, что это какой-то крем для лица, потому что здесь написано mousse and cream, то есть я надеялась, что это какой-то кремовый мусс или муссовый крем, но это пенка для умывания. Ой, 5 мл, разочарование. Ну ладно, ладно. Баба-Яга не против, пусть будет так. Ну все, последнее, прям последнее. И то, что я хотела попробовать, и с удовольствием попробую. И с объемом, ребята, тоже угадали, потому что здесь по целых 15 мл. И первое, это Clarins, дневной регенерирующий крем для любого типа кожи. 50 мл, 6000 рублей. 6000 рублей. Незаменимое средство ухода для женщин старше 40 лет. Ну ладно, мне еще до 40 далеко, но я все равно буду им пользоваться. Вот, написано, что лифтинг эффект, и это очень даже хорошо. И из этой же линейки регенерирующий крем для любого типа кожи, ночной, тоже написано для женщин старше 40 лет, повышающий тонус эпидермиса в ночные часы. Вот эти два средства, вот прям... Я очень рада, что они здесь есть, во-первых. Во-вторых, я очень рада, что в них по целых 15 мл. Это прям супер. Все, девчат, коробочка пуста. Давайте подводить итоги. Мне состав очень понравился. Я ожидала, что меня будет бомбить, но меня не будет бомбить. Единственный недостаток – это, наверное, вот эти два продукта от Yves Rocher. Но это как бы мое субъективное отношение к марке не очень хорошее, поэтому я им не очень рада. В остальном с удовольствием попробую маску или рак. Очень хороший объем, 10 мл. Clarins очень хорошо. У меня никогда не было ухода от Sephora, тоже обязательно попробую. Шампунь, ну как бы ладно, пусть будет. Маленько вопросы вызывает сыворотка от Avène, ну тоже ладно. В принципе, я считаю, что за свою цену, сколько там коробочки эти стоят, состав наполнения очень даже хорошее. Пишите свое мнение по этому поводу, понравилось вам содержимое коробочки или нет. Заказываете ли вы до сих пор сэмплинговые сервисы, ждете ли каких-то лимиток и заказываете только лимитки, либо подписаны вот прям ежемесячно какие-то коробочки к вам приходят. Всем большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Люблю, целую. Пока-пока.